Калейдоскоп профессий. Столица Чувашии уже в пятый раз принимает региональный чемпионат рабочих профессий. В этом году он изменил свой статус. В открытых соревнованиях принимают участие студенты и молодые рабочие нашей республики, а также соседних областей. На торжественном открытии побывала и наша съемочная группа. 19 компетенций, 3 конкурсных дня и более 100 участников. С каждым годом чемпионат рабочих профессий набирает обороты. Здесь, в ДК Уксаю, собрались будущие профессионалы своего дела, чтобы показать, а главное, доказать свое мастерство. В конкурсе соревнуются студенты среднеспециальных учебных заведений и молодые рабочие. Впервые к ним присоединились и школьники. В рамках Junior Skills выбирать лучших будут в двух компетенциях – фрезерные работы на станках с ЧПУ и сетевое и системное администрирование. Мне просто понравилось, что рассказать, что на компьютерах и на станках будем работать. Но с друзьями тоже, друзья тоже посоветовали. Если я пойду на специальность, ну, мне это поможет очень хорошо. Площадками для проведения чемпионата стали 7 учебных заведений Чебоксары и Новочебоксарска. Оценивать мастерство участников будет профессиональное жюри. Причем в составе есть и национальные эксперты, представители других регионов России. В роли национального эксперта я первый год, но в движении уже третий год. То есть я начинала простым экспертом. Конечно, повышается уровень участников, повышаются требования к ним. У нас критерии есть субъективные, есть объективные. Больше, конечно, идет оценка на субъективные критерии, потому как это действительно очень интересно в графическом дизайне увидеть то, как участники делают свою работу. Ну, сертифицированный эксперт, он должен поработать и потрудиться. Значит, он должен представлять подготовленного участника на региональных чемпионатах, на полуфиналах и на финалах. И естественно, чтобы эти участники показывали хорошие и высокие результаты не один год. В юбилейный год чемпионата к соревнованиям присоединились студенты и молодые профессионалы 8 регионов России. Республики Мариэл, Татарстан, Тюменская и Московская области, Краснодарский край. Следующую делегацию приветствуем из Республики Татарстан. Также наши соседи, которые представлены 4 учебными заведениями. Встречайте! Для нас это тем более приятно и тем более это для нас важно, для того, чтобы почувствовать некую степень конкурентности. Плюс мы можем посмотреть свои, допустим, уровни по отношению к другим регионам. В то же время это как раз тот мотив, конкурентность, который нам будет помогать совершенствовать систему образования. Впереди напряженные дни соревнований. И трудности, и простота, радости и горести, победы и поражения. Но в одном можно быть уверенным. Стать лучше в своей профессии сможет каждый. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика.